44-летняя Шарлиз Терон, Чарлиза Терон, появилась на церемонии вручения премии «Золотой глобус». Мероприятие прошло ночью в Лос-Анджелесе. Блондинка выбрала эффектный наряд Dior. Мария Грация Кьюри предпочитает использовать неяркие оттенки, но ради звезды Голливуда дизайнер изменила своим принципам. Неоново-зеленое платье Шарлиз стало самым красочным в этот вечер. Наряд с прозрачным корсетом и пикантной черной мантией подчеркнул стройную фигуру актрисы. Блондинка завершила ансамбль колье чокером с массивными камнями и легким вечерним макияжем. Асимметричный наряд сделал свою обладательницу настоящей королевой вечера. Актриса была номинирована на лучшую женскую роль. Но в итоге награда досталась Рене Зеллвегер за роль в фильме «Джуди». В этой категории были номинированы также Скарлетт Йоханссон, «Брачная история», Синтия Эрива, Гарриет и Сирша Ронан, «Маленькие женщины». Недавно Шарлиз Терон вышла в свет в пикантном наряде. Актриса призналась, что ее била мать. На примере блондинки учимся составлять стильные образы с брючными костюмами.